В 10 часов утра на 43-м километре автодороги Тамбов-Пенза произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения, обгоняя грузовой автомобиль. В результате он совершил столкновение с автомобилем «Шевролет». В результате водитель автомобиля ВАЗ-2107 в тяжелом состоянии доставлен в Тамбовскую больницу. Пассажир, автомобиль, находившийся на переднем пассажирском сиденье, погиб. Пассажир, находившийся сзади, получил телесные повреждения, также доставлен в больницу города Тамбова. Во втором автомобиле «Шевролет», двигаемся со стороны города Кирсанова в сторону города Тамбова, пострадал два человека. Водитель и пассажир. Это женщина, которая видела муж ее. Там муж поможет что-то посмотреть. Я обращаюсь ко всем участникам дорожного движения, что сейчас наступил летний период, количество транспортных средств увеличилось. В настоящее время по дороге федерального значения Тамбов-Пенза в среднем в сутки проходит 18 тысяч транспортных средств. Это очень большое количество. Все едут на отдых, в деревни, на моря. Так что я обращаю внимание, обращаюсь ко всем участникам дорожного движения о соблюдении правил дорожного движения.